Несмотря на то, что республиканская благотворительная акция «Наши дети» завершилась, лидские спасатели продолжают делать подарки детям. В 15-й школе они вручили их ребятам, у которых есть проблемы со здоровьем. Сегодня, посещая 15-ю школу, девочке Марусе мы подарили красивое кресло. Вот. Также мальчику Саше наши спасатели купили шведскую стенку. И еще одному ребенку мобильный телефон. В принципе, это все делается от чистого сердца. Ну и впредь, я думаю, что мы будем всегда участвовать в этой акции и помогать детям.